Итак, пришла наша прелесть. Будем скрывать. Упаковали хорошо. Вот такой вот профилек алюминиевый с матовой, с матовым рассеивателем. Для нового проекта подсветки будем использовать его как и радиатор. Ну, в принципе, не такой уж он большой выходит. И здесь две заглушки. И два крепления. Вообще шикардосово. Итак, само крепление у нас жесткое, сидит основательно. Еще и можно провести чуть-чуть. Вот это вот вообще прям супер. Есть возможность прикрепиться будет. Так. Здесь у нас заглушечка. С одной стороны. И в нее же будет входить питание. На место. Смотрится, конечно, шикарно и жесткость имеет, что тоже довольно-таки неплохо. Профиль прям вообще супер. Единственное, что нет самореза, чтобы закрепить профиль. Ну ничего, есть скобы, уже хорошо.